представитель команды ЦППК. Добрый день. Расскажите, как прошла сегодняшняя игра? В плотной борьбе игра прошла. Соперники тоже играли на уровне. Мы тоже не сдавались, пропустили два безответных мяча, но по игре скажем, что в принципе играли. Да вроде не играли, хорошо, но играли. Они в моменты свои реализовали, много раз. Да, мы не реализовали. Да игра сегодня не шла, в принципе. Ну да. А как-то специально готовились к этому сопернику? Ожимались. Каждый день. С утра по десяточке каждый ожимается. А сейчас за пропущенный гол на тренировке по 50 раз будем все отжиматься.